דף ימי טרקטט, פסחים, ליסט 92, יצאון שדברי תורה לנשמת כל נפשמים וכלם הרבה מרדכי בן תמר, וגם פנחן בן מתיה, להשכת המצר, רפואה תמיד, רפואה שמה חיה אסתר בת תמרה, ותקע בצרה. טוב, משנה אונס גייתה, אונן טובל ואוכל את פסחו לערב. Наша мишна говорит нам так: человек, который онен, кто это онен, у кого кто-то умер, еще не успели похоронить. Который он онен только в течение дня. Ночью наша мишна считает, что он уже онен по хахами, мидрабанан. Поэтому перед началом Песаха он окунается в мику и имеет право кушать ночью корбан Песах. Почему он должен окунуться? Потому что любой человек, которому было запрещено кушать корбан Песах, даже он онен, онен всего лишь должен был окунуться в мику перед тем, как кушать корбан Песах. Но другие кодашим, если были принесены другие корбанот для него, шламим, другие корбанот, он не имеет права кушать. То есть хахамим отменили вот этот свой закон, а онена вечером, который мидрабанан, для того, чтобы он исполнил мицву, с которой связан карет. Дальше говорит мишна, хашоме альмето, человек, который услышал через 30 дней после смерти своего родственника, он услышал, что он умер. Он онен в течение дня тоже мидрабанан, только по хамим он онен, поэтому и он тоже имеет право кушать, и корбан Песах, он имеет право кушать даже кодашим, даже части других корбанов. Дальше говорит мишна, гер шингаер бейер в Песах. А что если гер, не еврей, который принял еврейство и стал евреем день перед Песахом, до этого ему сделали обрезание, бет шамай умрим товель веохель эт писхола эрев, бет шамай говорит, имеет право кушать свой Песах в этот вечер, окунается в микву и кушает корбан Песах. Бетилел умрим, а пуреш мина орла, ке пуреш мина кевер. Бетилел говорит, он не имеет права кушать корбан Песах. Почему? Этот гой, который отделился от орла, от своей крайней плоти, как будто он отделился от мертвеца. То есть, когда ему сделали обрезание, вот эта крайняя плоть, как будто он дотронулся до мертвеца. Так считает Бетилел. Поэтому мертвеца сколько нужно очищать? 7 дней. 3-й день окропить пеплом красной коровы, и в седьмой день окропить, поэтому Бет-Илель считает, он еще нечистый и не имеет права кушать корбан Песах. Почему? Потому что мудрецы опасались того, что на следующий год, возможно, перед Песахом, он дотронется до настоящего мертвеца и скажет, что прошлый год, когда я стал гером, если он дотронулся до мертвеца, или вот эта крайняя площадь его считается как мертвец, он говорит, я всего лишь окунулся в микву и кушал корбан Песах. То уже через год, когда он стопроцентный еврей, он все скажет, то достаточно окунуться в микву, я могу кушать корбан Песах. Поэтому Бет-Илель говорит, из-за этого опасения мудрецы ему не разрешили кушать корбан Песах даже в первый год. Но Бет-Илель согласен с Бет-Шамай, что еврей, который не обрезан, который орел и сделали ему брит в день перед Песахом, он имеет право окунуться в микву и кушать корбан Песах в эту ночь. Теперь, так как мудрецы нам сказали пару законов, в которых они отменили свои запреты, как мы сказали, онен, человек, которого кто-то умер, он еще не похоронил его, что он онен мидрабанан ночью, они отменили этот свой запрет и не отменили по Бет-Илелю запрет орла для гера, дальше Гмара перечисляет несколько запретов, в которых мудрецы свои запреты отменили ради великой мицвы. И есть, которые запреты они не отменили. Даже мидрабанан не имеет права человек нарушить эти запреты по мудрецам, несмотря на то, что он не исполняет запрет по Торе, не исполняет мицву по Торе. Эймиду диврехем бемаком карет. Где мудрецы сказали три мицвы, в которых наказание за их неисполнение есть карет по Торе, но мидрабанан мудрецы установили свой закон и не отменили этот закон. Первый это орель, как мы сказали. Человек гер, который принял еврейство, не имеет права кушать корбан Песах в первую ночь. Второй, газаа, человек, который был нечистый, нечистотой мертвеца. Мы сказали, его нужно окропить пеплом красной коровы в третий и седьмой день. Седьмой день его выпадает на день перед Песахом. А этот день перед Песахом выпал на шаббат. Тогда не имеет права его окропить. По Торе можно его окропить. А хамим сказали, не будете окроплять. Потому что мы опасаемся того, что вот эту чашу с пеплом красной коровы перенесут по улице в шаббат и нарушить запрет Торы. И несмотря на он плавает, он говорит, мне надо хочу корбан Песах сделать, не имеет права. И третий это измель. Измель это ножик для бритмила. У человека родился сын. Ему нужно сделать брит в шаббат, в день перед Песахом. Но забыли принести нож, не будешь делать брит, сказали мудрецы.
Папа говорит, если у меня будет сын необрезанный, я тоже не смогу кушать Корбан Песах. Не будешь Корбан Песах кушать, сказали мудрецы. Не будешь Корбан Песах кушать, чтобы не нарушить запрет мудрецов. Это три запрета, которые мудрецы не отменили, даже когда есть наказание, не дай Бог, карет. А как и... сегодня это работает? Вопрос после урока. Дальше. Лоем идук диврехем бемаком карет. Теперь три... Три запрета сегодня, что? Брит как работает? Нет. Приносим окрапления нет сегодня. А? Окрапления нет. Окрапления нет сегодня. Лоим идут и время бемаком карет, когда они не... когда они отменили свой запрет, мудрецы, когда есть дабу карет наказание по Торе. Первое это онен. Когда они не отменили свои запреты, лоим идут и время. Когда они отменили свои запреты, и разрешили исполнить мицву, первым сказали это онен, человек, который кто-то умер, не дай Бог, днем он онен патори, ночью он онен мидерабанан, и мудрецы сказали, мы это свой анинут у него снимаем, имеет право кушать Корбан Песах. Мецора, человек, который был прокаженный, он тоже очищается 7 дней. На восьмой день, седьмой он окунается в мику, на восьмой день он приносит Корбан. На вот этот восьмой день у него случилась полюция, он стал опять чистый, керри. Что делать? Здесь мудрецы тоже разрешили ему окунуться в мику и принести курбан. Хотя мудрецы сказали, человек, который твульем. Твульем – это человек, который сегодня должен окунуться в мику. И сегодня он окунулся. Когда он становится чистым? Ночью. После захода солнца, когда выходят звезды. Этот час стал нечистым днем. Окунулся днем, мудрецы свой запрет, что такому твульем, окунувшемуся в этот день, заходить в Бет-Амикдаш нельзя, отменили. Ради того, чтобы он откнулся в микву, очистился и пришел сделать свой Корбан Песах. И третий запрет это бета-прас. Бета-прас это поле, на котором была могила. Потом эта могила потерялась. И не знаем, где эта могила. Или это поле вспахали, и мы опасаемся, что когда вспахали, вот этого мертвеца перевернули, и косточки рассеялись по всему полю. И если там есть косточка с размером сеора, ячменное зернышко, коэн становится нечистым. Теперь хахами запретили по этому полю ходить. Но этот запрет они отменили для Коэна, если он идет в Бет-Амикдаш, чтобы сделать Корбан Песах. Как он идет? Он и смотрит два способа проверить это поле. Перед тем, как поставить шаг, он дует. Дует на землю, смотрит, земля разлетается, есть там косточка или нет. Нету, сделал шаг, пошел дальше. И так, пока не пройдет через это поле. Как минное поле. Как минное поле, да. Или он смотрит, если на этом поле она хорошенько протоптана, это поле, то, скорее всего, такой маленькой косточки там не осталось, и он имеет право пройти только для того, чтобы сделать Корбан Песах. Но если он хочет кушать теруму, не имеет права по такому полю проходить. На это облегчение мы не полагаемся. Это три закона, которые мудрецы отменили, когда есть наказание карет, не дай Бог, за неисполнение мицвы. На этом мы закончили восьмую главу трактата Псахим, Адраналах, Гаиша. И начинаем девятую главу. Девятая глава, Миша Ая Таме. Говорит Мишна так, кто-то был Миша Ая. Миша Ая Таме, Обедер Крахука, или Шагаго Анеинас. Он говорит так, человек, который был нечистый, как мы знаем, или был далеко от Иерусалима, или, добавляет Мишна, это написано в Торе. Или добавляет Мишна, он по ошибке, или вынужденно, по независящим от его обстоятельств, не сделал Корбан Песах. Что делает? Первый Песах не сделал, в Нисан делает второй, в месяце Ия. Теперь. Имкен, ламне марта меоша я бедер нахука, спрашивайте. Гмара, тогда почему написано, только в Торе написано только, что он нечистый? И в дальнем пути. Почему не написано по ошибке? Почему не написано вынужденный? Объясняет Гмара, что «Шеэлю петурим мякарет, веэлю хайрим мякарет». Эти все, которого мы перечислили, нечистые на дальней дороге, ошибка и неумышленно сделал, вынужденно сделал, они карет не получают. Да, они первый Песах не сделали, но делают второй Песах. Но тот, кто специально, имея возможность принести Корбан Песах, не принес его, его наказание карет. Дальше говорит Гмара. А я бедер хохука вешахату везарку алав. Вопрос такой. Он был далеко от Иерусалима. Он позвонил своему другу и говорит, Рахамин,
сделать для меня корбан Песах, потому что вечером я успею прийти в Иерусалим и покушать этот корбан. Считается его корбан или нет? Говорит, это спор среди мудрецов. Рав Нахман говорит, он вышел с этой мицвой, не должен делать второй корбан Песах, и говорит, того алав бераха. Бог ему даст благословение, потому что он сделал больше того, чем требует его закон. Потому что, он говорит, Тора ему освободила от корбан Песаха, но дала ему возможность и сделать ему второй Песах. Освободила. Поэтому, если он сделал первый, как говорится, флаг ему в руки, того алав браха, Бог ему даст благословение. Так считает Рав Нахман. Рав Шешет говорит, нет, он корбан не исполнил и должен будет делать второй Песах. Почему? Потому что его не только Тора освободила, его Тора запретила ему делать корбан, как нечистому человеку, который находится в Иерусалиме, не имеет права делать корбан. Поэтому, так как он далеко, он не просто освобождается, он не может сделать, не может сделать. Поэтому будет делать второй корбан. Это спор на нашей гмаре. Без радости, дальше продолжим завтра. Барух Адонай Леолам. Аминь.